на балансе ровно 200 баксов, пацаны. Ой, ты молодец, Най, 245 баксов. Най, все, 60 баксов забираем. Всем здорово, мужики, это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил залететь на CSFail. У меня на балансе 200 баксов. А на сайте появились новые режимы, такие как минер и диффьюз. Мы их обязательно должны затестить и посмотреть, как они вообще окупают. Потому что, ну, мне кажется, режим, когда только добавили, он, по идее, должен хорошо окупать. Но я на это очень надеюсь, и что, уже полетели. Но перед этим не забываем, что у меня 3 рандомных комментатора попадают в следующий ролик. Все, что нужно сделать, это поставить лайк под этот ролик, подписаться на канал, написать любой комментарий, и все, возможно, именно ты попадешь в следующий ролик. А также в моем телеграм-канале, который есть в описании под этим видео, каждый день проходит розыгрыш на скинчики от 2000 рублей. Раньше мы разыгрывали от 300 до 3000 рублей скинчики, но теперь разыгрываем от 2000 рублей каждый день. Я считаю, ну, за такую точно нужно оформить подписочку на телегу. Все, теперь точно полетели. У меня на балансе ровно 200 баксов. Пацаны, если вы хотите также покатать на CSFail, вы можете ввести промокод NICLUT и получить плюс 40% к пополнению. Здесь написано плюс 35%, но это не я, дурачок, а еще 5% вам дают просто за регистрацию по моей ссылочке, которая есть в описании под видео. То есть 5 плюс 35 получается сколько? 40%. То есть плюс 40% вы лутаете. Депать можно со всего. С кивасы, карты, скинами, криптой, как вам нравится. То есть закинули скинчиком 1000 рублей, уже на сайте получили 1400. И теперь бонусный баланс на сайте отыгрывать гораздо легче. Я в прошлых роликах показывал, как это делается. Все, полетели, сразу затестим новые режимы. Я думаю, диффьюз, да, сразу. А, еще, кстати, в описании будут промики на 25 центов, чтобы вот сюда их ввести, и все, и 25 центов на халяву залутать, тоже не забудьте это использовать. Так, полетели диффьюз. Так, я как понял, здесь нужно... А, ну здесь просто рандомные числа падают от 0 до 100, и я выбираю, что я хочу. Давайте попробуем поймать тогда ниже 20. Ниже 20 что-нибудь. Ну что-то как-то, мужик, давай, ниже 20. О, вот это хорошо, это мы сделали x3 к балансу. А, нет, даже x4, найс, мы в плюсе. Так, хорошо, хорошо, мне нравится. Давайте попробуем. А, кстати, а если... А, ну KF101. Ну, по идее, если я буду вот так по 100 баксов ставить, ну, я буду поднимать по баксу, а шанс, что больше 96 упадет, маленький же. Но я хочу, наверное, попробовать поймать сейчас вот так вот и 20 бачей поставить. Да, меньше 50, 20 бачей, полетели. Пожалуйста, выдай. Ты гон. Ну что это такое? Ну давай еще раз. Ну нормально, мы откамбэкали то, что сейчас проиграли. Давайте еще раз. Выиграй. Еще раз. Выиграй. Так, тогда сейчас сделаем 60. Выиграй, пожалуйста. Вот, молодец. 220 баксов. Нормально. Уже плюс 20 бачей подняли. А, цель, давайте сегодня поставим делать 300 бачей. Ну, может 400. Посмотрим, как пойдет. Чтобы ролик не был очень быстрым, вдруг я сейчас 300 подниму быстро. Здесь можно, если вот, ну, делать вот так по 10 долларов, ловить 2х. Вот сейчас выставить себе 2х. Не, наверное, лучше вот меньше 50 брать и просто вот этот кэф рассчитывать. И удва... А, не, если мы будем удваивать ставку. Да, если мы будем удваивать ставку, мы же будем камбэкить все, что проигрываем. Давайте еще попробуем. Найс, выиграл. Еще раз. Еще плюс 10 баксов, найс. Не, я говорю, когда режим только вышел, он будет хорошо окупать, это, мне кажется, стандарт. То пока, ну, нужно здесь побольше играть. Я думаю, вот здесь баланс поднимать сама. Ну, давайте еще. Ой, ты умница, не, ну все, я предлагаю уходить. Плюс 50 баксов с этого режима, просто красота. Так, давайте в минере поставим 3 бомбы, 10 бачей и попробуем сделать шахматную доску. Я так люблю играть по этой стратегии. Вообще, в принципе, интересно, как CSFail реализовали минер. Так, ну я что-то с первой проигрываю. Давайте еще один раз. Мужик, может ты... Может, ты мне начнешь выдавать? Пожалуйста. Так, я уже могу забрать 32 бакса. Но мне бы хотелось закончить вот это вот шахматный... Ну, я не знаю, мне идти дальше. Не, ладно, давайте заберем. Мне просто интересно, вот если бы я вот сюда, ну, вот так вот еще прошелся бы, я попал бы на бомбу? Не попал бы. И это очень печально. Это очень печально. Ну, ладно, давайте еще раз. 10 бачей. И последний раз. Еще вот сюда. Да ну зачем я сюда? Ну ладно, давайте вернемся в диффьюз. Мне этот режим что-то больше понравился. И он как-то чуть получше выдает. Давайте сейчас 10 бачей. А, меньше 30. Вот так вот. Ой, ты молодец. Найс, 245 баксов. 245. Мы немножко камбэкнулись. Может, знаете, что сделать? Мне кажется, можно поставить... я могу одну поставить мину? Да. Если я пройду, сделаю шахматный порядок с одной миной, это вообще какой у меня будет кайф? Давайте попробуем. Вот цель сделать вот... вот так вот получается, вот так, вот так. Ага, проиграл, давайте еще раз. Не, ну с одной бомбой я должен часто так заканчивать эти шахматные свои пути. Да, но это только x2. Давайте попробуем еще вот эти две закрыть. Хорошо, хорошо, еще раз. Так, вот так вот делаем. И опять вот это можно закрыть. Найс, и вот эту. Я вот хочу вот эти три еще закрыть и все. Да ну почему ты не могла быть снизу, ебать, мина, ну почему? Хорошо, еще один раз. Но мне с одной бомбы больше нравится, потому что, мне кажется, можно дойти до кэфа очень хорошего.
Вот этот ряд закрываем. Найс, 34 бакса. Вот здесь уже за каждое попадание я буду лутать очень неплохо. То есть я сначала 4х, потом там вообще будет бешено. Давайте вот сюда сейчас попробуем. Так, ладно, еще две попытки вот так вот сделать. Ага, понял. Вот так вот. Так, вот эти закрываем. Найс. И еще раз, сюда, пожалуйста. Найс. И вот хочется еще, но я понимаю, что мне кажется, это я уже дураком буду. Ну, может, нижний ряд закрыть. Давайте попробуем. Найс. И все, вот последнее. В одну еще попадаю и забираю 60 бачей. А, так, 1, 2, 3, 4. 1 к 5 шанс. И это было бы очень круто забрать 60 бачей. Короче, я, наверное, попробую вот эту. Мне кажется, вот здесь не должна быть. Хотя... Или вот эту попробую. Не, давайте вот эту, короче, попробую сделать мину. Пишите в комментариях, какую бы вы тут выбрали. Но я сюда. Найс! Все, 60 баксов забираем. И где была мина? А мина была здесь. Найс, 60 бачей, 258, хорошо. Я говорю, новые режимы выдают, на самом деле, очень хорошо. Это прям радует. Давайте сейчас попробуем 5 бомб. 5 бачей и попробую сделать шахматный порядок, как я люблю, с 5 бомбами. Это, конечно, очень сложно, но может прокнуть. Ну, что-то я как будто уже все должен заканчивать. Нет, ну вот я заберу, но мне интересно, я бы смог... Я бы смог... А, не, не смог бы я бы здесь... Но я бы начал пытаться последний... Не, не, нормально. Хорошо, что забрал. 289 баксов. Мы уже подняли плюс 89 бачей. Это меня радует. Давайте сейчас попробуем поставить 10 бачей. Мне чуть прям минер нравится. Прям вот, интересный режим. 10, короче. 10 баксов. И чисто 3 штуки. Да ну, пожалуйста. Оп, да. Ну вот резко сейчас. Оп. И вот это. Ой, ты молодец, 49 забираем, нормально, 288. Вот это было опасно, конечно. Не знаю, мне понравилось вот играть с одной бомбой. Давайте поставим 20 бачей с одной бомбой. Опять закончим вот этот шахматный порядок. Ну ты, конечно, должен был меня в конце поднимать. Давайте еще раз. Так вот. Да ну почему? Ну пожалуйста, 20 баксов, не сливай меня так. Ну одна же. Ну почему ты так часто начала попадать в четные числа? Пожалуй, ну, короче, я понял, окей, 5 бомб, 20 бачей. 10. Ну, не-не-не-не, ну это уже жесткий слив пошел. Не, все, возвращаемся в дефьюз. 30 баксов, меньше 30, давай. Еще один раз. Вот, молодец, нормально, 205 бачей камбэкнули. И предлагаю вернуться немножко к старым режимам, потому что с новых я побыл в плюсе сегодня, надо было уметь остановиться, ну, точнее, надо было остановиться, просто я не остановился. Проиграл баланс, который я выиграл, уже было 200, почти 300 баксов, все слил. Ну, пора, можно вот сюда, я думаю, слететь. Можно сейчас поставить 50 баксов на 1.5, потому что 3 подряд было кэфа плохих. И найс выдает, окей, плюс 25 бачей, вот это меня радует. Давайте это продадим и вернемся в минер и сыграем на 30 баксов, 3 бомбы. А, половину шахматного порядка. Еще один раз. Ну, блин, он минер, ну почему ты так начал? Так хорошо начал, а потом сливать. Не, вот это вообще неприятно. Хорошо, 60 баксов в рулеточке. Очень много черного, точнее, очень много подряд не было красного. Я думаю, можно сейчас на красное поставить 60 бачей. И вроде как красное, да? Да, найс, окей, хорошо. Я бы сейчас, наверное, вот это продал бы. И пошел бы, поиграл бы в дефьюз еще. Потому что мне этот режим тоже зашел. 10 баксов, вот так вот, на 1.94 кэф. Если проиграем, то удваиваем, и тогда, по идее, предыдущий проигрыш отбиваем. Найс, давай еще раз. Ой, ты молодец, не, все, я думаю, можно остановиться. Плюс 20 бачей, хорошо идет. Минер, 3 бомбы. Еще раз. 101 бакс, найс! Я смог сделать шахматный порядок с 3 бомбами. Не, ну вот это меня прям радует. Найс, плюс 101 бакс. У нас на балансе 310 бачей. Я думаю, на этом уже можно заканчивать ролик. Мы подняли плюс 110 баксов в новых режимах, почти все поднимали. Не, ну вот это сейчас было прям вот конец, очень красивый. За такое по-любому нужно лайк и подписку поставить. А также, пацаны, напоминаю, все, кто хотят покатать на CSFL, вы можете ввести промокод НИКЛУТ и получить плюс 40% к пополнению. Ну и все, сейчас сегодня меня прям CSFL порадовал, найс, плюс, ну прям очень хорошо. Также в описании еще будет промик на 25 центов, тоже не забудьте ввести, 25 центов залутать на халяву. Все, пацаны, на этом заканчиваем ролик. Всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем про мой телеграм-канал, в котором каждый день проходят розыгрыши на скинчики от 2000 рублей, такое по-любому нужно лутать. Ну и все, пацаны, чё, всех люблю.